Так, ну что, продолжим наши игры. Ну, во-первых, нам надо с вами определиться. Так, юзе альфа, скажем, 3. Теперь этот точка 3. Вот так. Теперь нам сделаем мы вот это вот у нас будет. Так. Это у нас бок. Напишем. Так, это напишем. Нет, это напишем топ. Так. И это напишем фронт. Так, хорошо. И вот теперь нам надо так сделать, чтобы вот это мы не могли ее пошевелить. То есть настроили все. Ну, во-первых, мы сейчас скажем, что нам надо новую коллекцию. Вот она. Эта коллекция у нас называется Blueprint. Нам долго работать, поэтому надо хорошо подготовиться. А здесь напишем Spitfire. Вот так. Вот здесь будем делать все, что нам надо будет сделать для создание самого спидфайла. Блюпринт должен остаться на месте, без движения. Ну и теперь, чтобы это не двигалось, давайте мы поставим тут вот этот. Так, на блюпринт нам надо поставить. Так, это есть. Вот. Появились стрелочки, и когда мы эту стрелочку отключим, да, мы не сможем ее двигать. Не выделять, не двигать. Вот это нам, когда нужно, мы включим. Видите, она выделяется. То есть вот так поступим. Вот. А здесь пускай все так будет. И поставим первый кубик. Меш. Кьюб. Ну вот, не знаю, сразу сделать ему mirror, что ли. Да, я думаю, что лучшим способом будет, конечно же, сразу mirror включить, пока не испортил геометрию. Так, это Ctrl-R. Вот так включили. Теперь выделим эти точки, скажем, Verticals. Вот они удалились. Так, сейчас я вас включу, ребят, порадую вас. Так, вот этим. В центре и включаем. Так, то есть я сейчас пойду сюда и скажу Mirror. И клиппинг поставлю. Вот так. Все. Теперь можно начинать это дело подгонять под наш вот этот. То есть мы включим, допустим, вот троечку. Видите, как хорошо видно. Сейчас все отлично.
Давайте проверим сразу ширину. Вот, видим, что ширина у нас тут не все в порядке, да? То есть сейчас, во-первых, нам надо подвинуть эти ребята дела. Как она успела так съехать? Другое дело, что S по вот это по оси. Какая здесь X? Вот смотрим. Вот у нас S. Вот такой он их. Теперь опять троечку поднимаем наверх по Z-у. Вот так, где-то, да? Может быть, даже чуть побольше. S по Z-у. Вот так. И здесь говорим. Edit mode выделяем вот эту грань, ставим сюда и скили маленечко S, вот так. Теперь дальше R, вернее E, почему это всегда путаю, и S, и поднимаем чуток. Вот так. Даже я бы потянул дальше, наверное. Так, ну-ка. G. Не-не-не-не, подождите. Вот сюда и G теперь. Вот сюда подвел бы. И здесь S. Тоже S и наверх. Так. И дальше. E, экструд. Сюда. Далее S. И поднимаем. Где-то вот так. Так, с этим понятно. Теперь дальше идем. Так, все хорошо. Я думаю, что здесь надо чуть-чуть вот так, может быть, сделать. Фонарь отдельно будем делать, наверное. Так, джин сюда. И вообще лучше оставить, как она есть. Теперь давайте я сюда. Так, ну и дальше давайте делать Е. О, не то выбрался. Вот это там она. Давайте будем делать Е. Вот сюда подтянем. Немножечко соскилим. Так. Еще. Еще скилим. Дальше продолжаем. И дальше. Е. G. Сюда поднимаем. И здесь тоже S. Вернее, Е. Вот так. И S. Много не надо. Где-то вот так, наверное. Да, похоже на Spitfire. Хорошо.